Между тем, движение «Хезболла» выпустило около 10 ракет по территории Израиля. Об этом в телеграм-канале сообщила армия обороны Израиля. По их данным, большинство ракет перехватили. Сообщается об одном пострадавшем. На севере страны включены сирены и введено особое положение из-за угрозы обстрелов. Атаку уже назвали самым масштабным ракетным обстрелом Израиля со стороны «Хезболлы» с начала войны в октябре 2023-го. Напомню, напряженность между Израилем и Ливаном обострилась после серии терактов на прошлой неделе, когда произошли подрывы пейджеров, раций и других средств связи. Тогда «Хезболла» пригрозила Израилю ответными ударами.